В Одинцовском филиале МГИМО в эти минуты проходит весенний студенческий бал. Дам на него попросили прийти в длинных платьях, а кавалеров – в костюмах и при бабочках. В Одинцове, где занимаются подготовкой кадров с учетом потребностей российских регионов, такой бал проводится впервые. Организаторы надеются, что он станет одной из традиций вуза. А умение танцевать поможет карьерному росту выпускников. А вы знаете, что в жизни, кажется, ничего не пригодится? Ну, где танцевать-то потом? Танцы, в том числе бальные, становятся такой органичной частью очень многих мероприятий. И всегда восторженно говорят, вот посмотрите, как танцует эта пара, как танцует эта пара. Они становятся предметом внимания. И, в общем, это в немалой степени способствует и тому, чтобы они профессионально двигались дальше.